Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, и давайте мы качнем-ка нашего стегодеюшку. В общем, там, мы конкретно так отстаем его прокачки, да, качать его нам надо, потому что он топ, несмотря на то, что с него никакой уникальный гибрид не делается, но это топовый броник, по факту, в этой игре на данный момент. Так что нужно его потихонечку тоже прокачивать. На его прокачку нам нужен, ну, сейчас увидите, стегозавр. И... Надо пататитан. Так, а куда идти? Да, надо патозавр. Там, надо пататитан. это наша следующая ветка эволюции. В общем-то, теперь у меня он 18 левела, 3400, 600, 30% броника, все хорошо. Но для чего мы это все дело сейчас делаем? Я вот такую вот команду взял. Взял сюда, как видите, три броника, ну, это стегодей, анкитрозавр и моностегатопса сюда взял. Кстати, какая броня у моностегатопса? Что-то процентов 10, наверное, да? 30% вообще шикарно, то есть 30-30, а у тебя 40, да, должно быть, трагодистис. А, тоже 30, анкитрозавр, то есть, тоже 30. Хм, ну, ладно, пусть будет 30, а у кого ж 40? У тебя трагодистис? Трагодистис, да, 40 у трагодистиса. Есть паралич, есть двойной урон. Тоже интересный. Интересные довольно такие у нас. Короче, много кем хочется посражаться. Даже специально взял Тирекса, тоже хочется им посражаться. Но давайте сейчас посмотрим, кто у нас тут в противниках. Вот такая вот у нас есть эпическая башенька, ребятки. Нас здесь ждет 3 боя. И смотрите, кто у нас здесь есть. 102. Кстати, 102. В общем-то, нам, видите, у нас существа с высоким уроном. Так, да, эти барионексиды, спинозавриды у нас более скоростные. Здесь 102. 102, блин, кстати, у меня 19, если Терекс на Терекса, то я буду ходить вторым. Не очень хорошо. Но хочется как-то им посражаться тоже. Не знаю, получится или нет. Суть в чем, нам предлагают брать быстрых существ с высоким уроном, но я вот только что проклацал, смотрите, у нас ни одно существо здесь не имеет пробития сквозь броню, у них у всех пробитие сквозь щит, потому можно как бы взять и броников. Так, стегодей, вот так вот, давайте возьмем. И давайте будем сейчас пробовать. Хотелось бы, конечно, дать Тирексу, короче, хотя бы кому-то навалять. Но тут, конечно, для Тирекса особо не развернешься. Ну ладно, давайте с него начнем. Тирекс на Тирекса. А почему я быстрее? А, то есть это рандомчик такой? Подождите. У меня же значок скорости. Очень странно. Так, а ну давайте. Ну с критом пробил сквозь броню. Офигеть. Это вообще как-то не рассчитывал на такую силу удара. Там же брони было 30%. Жесть-то какая. Хотя здесь надо было бить. Зря я использовал эту штуку. Здесь нужно было просто пробивать. Потому что если он попадет, он, наверное, сможет пробить. Ух, фартануло. Ну, надо было его бить за два удара просто. Вот это я понимаю, полторушечка. Так, гаргозаврик появился, да? Давайте попробуем... Ну, просто по приколу. Понятное дело, чтобы я его сейчас мог пробить... Так, тыщеночка. А следующий удар у него будет... Ой-ой-ой, не то ударил.
Блин, надо... я хотел ударить снятие эффектов. О! Пробил, да? Блин. Ну ладно. Добьем по старинке. Че так это все сумбурно получилось? Специально же его брал, чтобы снять положительные эффекты монастыга Топса. Ладно, посмотрим, что у нас там будет дальше. У нас всегда есть палочка-выручалочка, да? Индораптор подстрахует. Тыщеночка монет, нормалек. Кто у нас идет дальше? То же самое. Так, иммунитет сквозь щит. Вот, Алыч может пробивать сквозь броню. И вот этот красавчик тоже может пробивать сквозь броню. То есть здесь уже не котируются наши ребята. Ну ладно. Не-не-не, давайте вот так. Вот так пойдем. Я просто хочу немножко сначала поподставлять травоядных, что ли, чтобы они тоже как-то посражались. Давайте начнем с монастыга Топса. Аллозаврик появился. Так, ну Алыч как раз здесь вот вообще-то не кстати. Не кстати почему? Потому что у него нет усиления, блин. Монастыга Топс здесь нужен был, чтобы усиление пробивать. Снимать нейтрализацию. Делать нейтрализацию и усиление, и было бы все хорошо. А так... Блин, с одного удара, вы представляете себе? Офигеть, обыкновенный, самый дешманский аллозавр. И как пробью? Ну, правда, это, ему как-то фартануло так конкретно с критом. Опа, нормалек, взял и умер. Так, что Рекс, 1200 будет пробивать, блин, ну... О, вот так сделаем. Кровотечение и побег. Так, Индораптор молодец, Индораптор выдержит. Так, а ну-ка я пробью ему 2500, если я пробиваю, то я атакую. А, болта. Не пробью я его сейчас. Он-то умрет, но после того, как убьет меня. Так, ну, мне кажется, как-то слишком часто начал уклоняться Индораптор. Вам не кажется? Может, поправили эти проценты, коэффициенты как-то? Так, что будет Сикадон делать? Будет, наверное, себя усилять. Ну, ладно. Что поделаешь. С одного удара. Так, блин, ну, что-то не... Да, как-то... И хотелось бы побить броником, но, блин, что-то криты часто пролетают у наших противников. И 30% броня не спасает. Это просто жесть. Да. Дам. Что будем делать? Дадим еще один шанс ветерану. Ну, уже без броников пойду. Ну, получается, два удара от этих ребят никто не выдерживает. Как-то очень странно. Так, ну, Рекс, давай. Опять. Рекс на Рекса. Но он же ходит. Почему? Вот у меня стрелочка. Сейчас же опять он будет ходить. У него же уровень выше. И
Икрит. Икрит. Печалечка. Так, так он же сейчас пробьет, да, получается? Да, о, так он легко пробивает. Ладно, так, шутки в сторону, кстати. У меня вообще есть вариант. По-моему, здесь можно один разок проиграть. Ах ты ё. Оу, еще кританул бедолагу. Блин, ну как-то вот так не вот. У противника все хорошо так получается как-то. Че-то вот мой Рекс вообще не живет на такой арене. Так, этого парнишку надо бы выносить. Ну только с критом. Крита не было. А чё-то он так слабо ударил, даже с бонусом. Ты у меня удар больше. Блин, вот тебе крит, 2200. Так, Горги. Ну, получи. Ууу, хорошо, кстати, тут было бы один на один. Кто кого? Так, и наш инкубатор. 12 тысяч монеток. Алозавра насыпали. Нундазуха, кстати, тоже демагеры. Демагеры, демагеры. И секадонта насыпали. Вот такие вот, в общем-то, у нас были три боя, ребятки. Ну чё, не получилось сделать то, что я хотел. Хотел все-таки поиспользовать броников. Вот Алан Килозавр сюда не подходит, потому что у него щит, а те ребята все щиты пробивали. Но даже, как видите, с броникой, блин, 20 уровень. Блин, у него житла, он 3800 и 30% еще сюда накинуть. И все равно пробивали за раз. Капец. Так что берите на заметку, ребята, если у вас нет каких-то крутых динозавров, он качайте. Нундагазавра. Качайте Горгозавра, Аллозавра. Они дэмажат, что дай боже, ребята. А на этом все. Всем пока.